Несмотря на то, что начало акции запланировано на 24 апреля, брестские активисты уже сегодня высадили трудовой десант. Место дислокации – правый берег реки Муховец за Бульковским мостом. Причина ранней вылазки очевидна. Береговая линия не заросла и хорошо просматривается. Мусор в таких условиях убирать легче. Перед тем, как взяться за грабли и лопаты, участники акции получили краткий инструктаж, во время которого председатель Брестского общества охотников и рыболовов Владимир Юргель подчеркнул, что и главная цель сегодня – привести в порядок прибрежные зоны водоемов накануне купального сезона. Наша страна, как мы говорим, синеокая. Все, которые приезжают к нам, иностранцы, все отмечают, что на самом деле чисто, красиво, уютно, комфортно, непосредственно в городах, населенных пунктах, но в том числе и многие же выезжают на места массового отдыха, даже эти иностранцы, не только иностранцы. Поэтому мы должны показывать свою чистоту не только дома, но и в общественных местах. Данная акция проводится на систематической основе. Как в прошлом году проводилось аналогичное мероприятие, в ходе которых убрана водоохранная зона прибрежной полосы около 100 водоемов по всей республике. Бок о бок с работниками природоохранных организаций трудились и сотрудники Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В основном представительницы прекрасного пола. Вооружившись пакетами для мусора, они приводили в порядок береговую линию реки Муховец. Впереди уборка территории карьера. По словам специалистов, засоренность прибрежных зон отдыхающими, так называемыми хозяевами земли, актуальная проблема, которая требует решения. В ходе наших контрольно-надзорных мероприятий практически на каждом втором объекте таком как зона отдыха, выявляется нарушение в содержании территории, то есть замусоренность. Поэтому мы, кроме своих контрольно-надзорных мероприятий, своей основной функции, конечно, здесь уже выполняем роль просто непосредственно фактически поддержания территории. Засорение леса, древесно-кустарниковой растительности предусмотрена административная ответственность статьей 15.3 административного кодекса в виде штрафа до 20 базовых величин. За нарушение режима содержания водоохранных зон также предусмотрена ответственность статьей 15.51 административного кодекса Республики Беларусь и предусмотрен штраф в размере до 20 базовых величин. В рамках акции «Чистый водоем» планируется проведение профилактической работы с рыбаками. Согласно новым правилам, любители поудить обязаны убрать пригнувшееся место до и после рыбалки. Ведь, как гласит народная мудрость, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.